Всем привет! Осталось чуть более суток до конца раздачи двух игр, которые раздает Epic Games. И первая игра, которую Epic Games раздает, это Air Memories of Old. Игра рассчитана на одного человека. Здесь вас ждет приключения, исследования, полеты. Игра имеет положительные отзывы, неплохая графика, простенький сюжет, плюс атмосфера в данной игре. Одним словом, успею урвать данную игру, чтобы потом обязательно пройти. Ну а далее забираем игру под названием Stranger Things 3 The Game. Это официальное дополнение к третьему сезону популярного сериала под названием «Очень странные дела». В основе данной игры, как и в самом сериале, лежит командная работа. Игра рассчитана как для одного человека, так и корпоратив. Игра имеет положительные отзывы. Конечно, в большей степени игра подойдет фанатам данного сериала, но в любом случае она не будет лишней в вашей библиотеке игр, так что успей забрать. Ссылки на игры будут в описании под видео. Ну а на сегодня у меня это все. Всем спасибо за просмотр, лайк, подписка приветствуются, и до скорых встреч в эфире.